Приветствую вас, друзья! Много Play to Earn проектов я обозревал на своем канале, но сегодня будет обзор довольно необычного представителя данной индустрии. Игры под названием MechaChain, у которой буквально недавно состоялся листинг их токенов на Uniswap. MechaChain будет представлять собой не просто одну игру, а я бы сказал целую метавселенную из множества игр разных жанров, направления разработки которых будут решаться сообществом через DAO. По сюжету игры действие будет происходить в будущем, когда власть во вселенной захватили два искусственных интеллекта. Игроки в MechaChain смогут применить на себе роль пилота меха, то есть боевого робота, управляя которым они будут сражаться за одну из двух господствующих фракций, прокачивать своих роботов с помощью различных компонентов и оружия, выполнять разнообразные квесты, заниматься исследованием планет и торговлей. Но первоначально команда разработчиков MechaChain при помощи нанятых ими игровых студий реализует игру в жанре шутера от третьего лица, сделает несколько вариантов арен для сражения и внедрит в нее аспекты метавселенной, такие как владение Земли на разных планетах. А после этого уже с помощью сообщества будет выбирать дальнейшее направление для развития. Сама игра будет выполнена в 3D, причем доступна она будет на нескольких платформах. Изначально MechaChain запустится в виде веб-версии, позже у нее появится мобильное приложение, а со временем разработчики добавят и VR-интеграцию, что позволит игрокам полноценно погрузиться в сражения роботами в игре MechaChain. И разумеется, что развитие и разработка подобного уровня проекта – это процесс не быстрый. По текущим планам, первая демо-версия игры выйдет в третьем квартале 2022 года. Тогда же станет доступна и торговля NFT из MechaChain на OpenSea. Первая мобильная версия появится уже в следующем году. А более-менее игровая бета-версия с возможностью сражений должна будет запуститься аж в первом квартале 2024 года. Но как по мне, уж лучше подождать пару лет, чем получить очередную невзрачную копию Axie Infinity. Теперь что касается экономики игры MechaChain. Во-первых, тут будет иметься большое количество различных NFT. Боевые роботы и их дополнительные модули, вроде оружия, щитов и так далее. А также виртуальные земли метавселенной MechaChain. Все это будет токенизировано. А значит, игроки смогут свободно обмениваться своими игровыми активами на маркетплейсе и получать за это прибыль. Плюс такой подход открывает широкие возможности для кастомизации. Ведь по сути вместо выбора готовых персонажей, каждый игрок сможет сам собрать собственного боевого робота из множества различных модулей. Во-вторых, у MechaChain будет иметься и собственный заменяемый токен управления под названием Mechanium. Он будет выступать как токен управления и внутренняя валюта игры. За него будут совершаться все покупки, оплачиваться комиссии, и его можно будет стейкать и голосовать с его помощью через DAO. И, конечно же, игроки смогут зарабатывать Mechanium за сражения, торговлю, выполнение квестов и прочие play-to-earn механики. Эмиссия Mechanium является ограниченной – 100 миллионов токенов, которые распределены на приват и паблик сейл, награды для игроков и стейкеров, команду, советников и экосистемный фонд. И в данный момент у токенов Mechanium уже прошли все этапы распродажи. Первыми инвесторами MechaChain стали крупные лаунчпады и венчурные фонды вроде Metapad, Milky Way Exchange, GameStarter, TrustPad, SafeLaunch, Oxbull, DAOStarter и множество других. А сейчас все желающие могут приобрести токены Mechanium в формате ERC-20 на децентрализованной бирже Uniswap. Причем для снижения комиссионных издержек команда предусмотрела для токенов Mechanium кросс-чейн мост с блокчейном Polygon, для которого тоже имеются пулы ликвидности у токенов Mechanium.
Более подробно о MechaChain и листинге токенов Mechanium вы сможете узнать в социальных сетях проекта по ссылкам в описании. Но, разумеется, покупать токены я вас не призываю. Это каждый из вас должен решать для себя сам. Так же, как и совершать любые инвестиции в криптовалюту. Потому что любая покупка NFT и криптовалют – это всегда большой риск. Поэтому проводите собственные исследования перед совершением инвестиций. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам и профита. Пока-пока.